Доброго ранку. Салют усім. Привітання, сябри. Ой, Кася, что это с тобой? Ты чому так дивно розмовляешь? Привітання. Да я просто вирішила поспробовать говорить, ніби одна моя знайомая дівчинка. А, так ти її передражнюєш. Это не прихоже, Кася. Ну чому одразу передражнюєш? І зусім ні. А що ти робиш? Заздрощу. Вось як. Яна так прихоже говорить, гэта, ніби котик ворчить. Вось і я так захотіла. Дык тебе подобається? Вельми. Тады іншая справа. А ви ведаєте, що у розных народов вельми по-розному гук «р» вимовляють? Няўжо? Так-так. Наприклад, наша беларуска «р» тільки твердая завсёды. Вось давайте разом. А у когось ёсць яшчэ і мягкая «р». Некоторые народы вымовляют гэты гук с грассированием. Як гэта? Так, як ты только что говорила. А, сябры, так? Правильно. А я ведаю, что у некоторых мовах увогуле няма літары «р». Так и есть, Танечка, у китайской, например. Зусім-зусім няма? Зусім-зусім. А як же яны тады скажуть, например, рака? Лака. Доброго ланку. Вось диваки. И зусім не диваки. У кожного народу свои мовные особливости. А я вось ведаю один мультик, где так само учились вымовлять литеру «р». И я ведаю. А давайте покажем его и нашим глядачам. Давайте. Ой, здорово! А давайте и мы у доктора погуляем. Цур, я доктор, ты Таня, не сестра, а ты Лесик, медбрат. И что, так само литеру «р» лечить будем? Да не, будем лечить усих, кому потребная наша допомога. А кому она потребна? Кому? О, а давай, Лесик, тебе. Я ж уже медбрат. А это ничего, медбраты так само захворить могут. Все, кладися, небы ты у ложку ляжешь. Да не хочу я. Таня, дай ему, коли ласка, подушку. Коли ласка. Я себе цудовно чуваю. Это тебе подается. Кладися, Лещичек, кладися. Ну, добро, только понарошку. Угу. Понарошку. Понарошку. Ой, Кася, что это у тебя? А? Что? Где? Укол? Для кого? Для меня? Но нет. Ты он же маленький. И зусім не маленький, но вот великий. Прибери зараз же. Ну, Лесик, какое ж лечение без уколов? Я так не гуляю, усё, отмовляюся. Таня, ну что ты ему сказала? А як же інакш? Не уже ты хотела тишком? А что такого? Коль и усё. А давай я тебе, коль и усё. Не, мяне нельга. Чому гэта, чому? Тебе нельга, а мяне значит можно. Ну, я еще не придумала чому, але мяне нельга. Бог, это болюча. А про то, что Лесику болюча, ты, значит, не подумала? Так, не подумала? По правде, не подумала. А гэта галоўнае правило сябровства між іншым. Перш чым зрабіць, подумай, ці спадабаецца гэта сябру. И не раби іншаму того, что не жадаешь для сябе. Значит, нельга, Коль? Нельга. А понарошку? А понарошку можно. Класс. Только не зараз. Чому? Бо у меня настрозник гулять. Ну, Лесі. Кася, треба поважать жадання сябров. Эх, ну, добра, поважаю. А что тады зараз робить? Да много разных цікавых занятков. Книжку почитать, например. А еще? Мультик поглядеть можно. О, класс! Давайте зараз мультик, а потом читание. Добро, а я покуль пошукаю, что почитать. Ну, а зараз почитаем про самые-самые. Класс, с задовольнением. Почнем с самых незвычайных местин. Скажите, что вас цікавить? Ну, добро, расскажи нам, какое место лечится самым спекотным? Это легко. Самая горячая территория на Земле – пустыня с жудасной назвой «Долина смерти». Ой, саправды, жудасная. А назвали ее так, бо там никто не живе и не расте ни водной рослинки. И не диво, температура по ветру у этой пустыни поднимается маль до 60 градусов. Ого,
Просто як у печі. Так, на пяску там нават можна падсмажыць сабе яешню. Ну не, нават калі б я была вельмі галодная, у гэту пустыню не ногой. А про самую холодную кропку земли можешь рассказать? Вядома. Так, самая холодная кропка, вядома, знаходится в Антарктиде. Там на вершине полярного плато температура поветра опускается ниже за минус 90 градусов. Ого-го! На берзе океана намного теплей. Намного гэта кольки? Ну, неди до минус 50. Вось же теплей. А теперь, Лесик, давай про самую высокую кропку планеты. Ты кариласка. Гэта гора Эверест у Гімалаях. Другая яе назва Джамалунгма. А колькі яна ў вышыню? Амаль 9 кілометраў. Вось дык ну. На такой вышыні паветра такое разрэджанае, што нават дыхаць цяжка. А як жа там жывуць? А там ніхто і не жыве, акрамя мікраарганізмаў. Што ж атрымліваецца? Там, дзе вельмі горача, ніхто не жыве, і там, дзе вельмі холодна таксама. На самой высокой вышине життя не сустрэнешь, а на самой глубокой глубине... Заправды, Лесик, есть такое место? Вядома, есть. Только его не одразу знайшли, бо оно хаваецца под водой, у Тихим океане. Гэта Марыянская упадина. А кольки она у глубиню? Амаль 11 километров. Ого, дык яе глубиня больше, чем вышиня Эвереста. Так и есть. Доследчики, калі пачалі яе вывучаць, вельмі здзівіліся. А чаму? Бо там яны знайшлі шмат глыбакаводных жывёл, пра якіх раней ніхто не ведаў. Выходзіць, там усё ж ёсць жыццё. Ёсць. Праўда, колькі відаў невядома дагэтуль, бо на такую глыбіню вучоныя апускаюцца вельмі рэдка і ўсё даследаваць пакуль не паспелі. Як цікава! Сапраўдная загадка на нашай планеце. Так і ёсць. Дякую, Лесик, за тое, што расказаў нам пра гэтыя дзівосы. Калі ласка, але зараз мне неабходны перапынак. Нагаварыўся я, фу. Адпачні, разумнік, адпачні. Давай мы табе мультик адпачывальны ўключым. Хочаш? Вядома. Глядзім. Вось і скончылася наша вясёлая праграма. Так. Час развітвацца. Але ж ніхто сумаваць не збіраецца, праўда? Не, думаю, усе сёння многа чаго запланавалі і многа чаго павінны паспець. Так, сябры? Тады насустрач новаму цікаваму дню. Бывайце, дзяўчынкі і хлопчыкі. Да пабачэння. Як заўсёды чакаем вас зранку. У нашым дабраранку! Будзе цікава. А яшчэ весела!